Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Я в России пришла в магазин «Пятерочка». Буду сейчас вам показывать цены, какие в России. А вы уже там смотрите соотношение с нашими ценами. Мне тоже интересно все. Вот у нас магазин «Пятерочка» недалеко от нашего дома. Поэтому с утра пришла затариться продуктами, которые я хочу, конечно. Сестра моя всего наготовила, встречала меня. Пришли с ней в магазин. Сухофрукты. Чернослив 400 рублей. Курага 700. Орехи. Смотрите, вот какой большой выбор всего. Пожалуйста. Все как красиво. Семечки. Такая курага есть. Узбекская, Таджикистан. Глюк. Орехов разных. Витрины красивые. Делаем покупку. Хотим сварить компот. Яблоки сезонные 89. Бананы 144. Так непривычно цены в России, конечно. Ну, смотрите, все есть. Авокадо, гранаты, киви. Классно. Мандарины. Груши. Ну, кстати, нам мандарины нужны. Морковка, лук. Ну, я так чуть-чуть пробегусь вам по ценам. Картошка 22 рубля. Все, полно всего. Вот. Ага. Актибио. Нормально, мне кажется, да? Да, скидки вот в «Пятерочке». Нам нужно купить, да, отрубной. Вот, две штуки бери таких. С пробивочками, подожди, да. Гляди, да, не вижу. Да, вот, выбор большой, всего навалом. Акции, скидки, все как всегда. Российские продукты. Буду пробовать. Хочу лимоны купить. О, какие хорошие лимоны. Так, вот надо парочку лимончиков взять. Ой, хурма, помидорка. Я люблю такую. Надо взять по акции 200 рублей. Лимоны вот 139. Ну, такие нормальные цены, я вам скажу. «Пятерочки» полно разной прессы. Кроссворды, сканворды, журналы. Всего навалом. Только загружай мозг. Мы любим мелкие розы. У меня сестра тоже любит. 400 рублей. И вот такие большие горшочки. Но у меня почему-то они не приживаются. Овощей тоже полно. Огурцы 104 рубля. Тут разные. И вот томаты. Мелкие на ветке. Такие вот томаты. Ага, цены. Вот маленькие 174 рубля томаты. Не помню. Инжир, тыквочки, кабачки, перчик. В общем, все есть. Всего навалом. Продуктов разнообразия. И вот, кстати, есть еще и эти тыквы. Вот моя сестра не хочет видео, машет ручкой вам, да. Это вот наш район. Приехала я во Владимир, а здесь минус 22 градуса с утра. Представляете, холодина какая. А сейчас уже минус 15 на остановках. Табло. Так же, как у нас в Бургасе тоже. Ну, по-другому немножко. Газетные киоски до сих пор вот. Пекарни семейные. У нас их тоже полным-полно. И вот такая красивая погода. Шикарная, конечно. Меня тут утеплили по всем правилам. Отвыкла я, конечно, от таких морозов. Ну ничего, красиво, конечно, на улице. Классно. Ой, забыла уже, когда последний раз видела столько снега. Смотрите. Вот она, русская зима. В местных автобусах народу много. Проезд стоит 30 рублей. Дешевле, чем у нас, в два раза.
Но если пользуешься картой, то 28 рублей. А есть еще пенсионные карты. По ним, конечно, дешевле, но я уже с таким проездным опоздала. Они продаются до 5 числа. Я соскучилась по российским продуктам. Мы пришли в Ленту еще докупить чего-то. Хочется посмотреть все, что есть в России. Ну, в общем, огромный ассортимент молочки. Просто огромный. Творог, фрукты и овощи тоже поразили своим разнообразием. День близится к завершению. Мы еще побывали в Ленте. Я вам там показала, какой огромный ассортимент продукции здесь. И что меня поразило, столько фруктов, даже питая есть драконий глаз. И цены так нормальные. Авокадо шикарнейшие. Ну, может быть, как-нибудь еще сниму видео. Лента – это огромный магазин, супермаркет или гипермаркет продуктов. Ну что, друзья, мой первый день. Смотрите, сколько снега. Ой, это метро у нас, вот тут вот магазин. Мы сейчас поехали в гости к моей сестре. Она живет в Юрьевце. Это район Владимира. Вот. Огромный поток транспорта. Вот автобус, не знаю, наш или нет. Это наш? Нет. Оказывается, это не наш автобус. Смотрите, сколько транспорта много. Потому что это Московское шоссе. На выезде из города я сейчас нахожусь. А это вот вдалеке наши новостройки. Ну, как-нибудь я вам, конечно же, сделаю экскурсию по моему любимому городу Владимиру. А с вами я прощаюсь. Благодарю всех за просмотр этого видео. И до новых встреч, друзья. Пока-пока. Все видео пока будут из Владимира. А вечерочком у нас встреча с моими любимыми девочками. Это моя сестра, знакомьтесь. Это моя племянница. Добрый вечер. Добрый да. вечер. Собрались на посиделки вечерние. Да, на коньячок. Да, решили отметить мой приезд. Когда-то в России, вот мне нравился коньяк, вот такой, древний Еревань, армянский коньяк. А, кстати, продукт, да, Армения. Так что у нас коньяк с лимоном. Ну ладно, всем пока-пока. Уже говорила всем пока. Первый день мой в России подходит к концу. Так что я с вами прощаюсь. Нам приятного аппетита. А всем пока-пока.